Всем привет, с вами Аурум, это время пришло, это время настало. Наконец-то я пока... Да, шляпа у меня прикольная, это еще вчерашняя, но это же пиратская тема. Вы помните, да? Пиратская тема, разработчики мне вот такие вот ништяки, короче, разные подарили. Я их должен буду нарисовать на вот этих листиках. Кто не видел видосик, посмотрите по ссылке в описании. И я вас попрошу в это воскресенье или в субботу поддержать меня, чтобы вы могли вот точно так же получить скины, как это сделал и я. А в этом ролике я расскажу вам на свой страх и риск, разработчики не будут очень рады, что я это сделаю, как вы тоже можете получить эти скины. Блин, это просто жесть какая-то. Я могу к этому реально очень легко привыкнуть, сделаю скриншотик, но который раз мне уже дают первому поюзать скины, и это безумно офигенно. Я хочу этой радостью поделиться с вами. Я хочу, чтобы у вас тоже была возможность получить эти скины. Поэтому досмотрите видео до конца, и я реально расскажу, как это сделать. Вот. Ну а пока давайте их откроем. Я хоть записываю? Да. Да! Самый топовый скин. Карл, конечно же. Казалось бы, причем здесь Украина? На кораблике. Шикарная анимация, как он плавает. Ну, то есть, как он ездит. Мы сейчас это все просмотрим. Поко! Ну, это самый слабый, как по мне, скин. Потому что Поко мне больше нравится. И Корсар Кольт. Очень крутой. Реально очень крутой. Очень офигенский. Кстати, почему... Блин, у меня здесь крест. Вот было бы прикольно, если бы так же, как у него, да? Вот это было бы реально прикольно. Ребята, теперь давайте я расскажу, что нужно сделать. Я прямо сейчас по секрету разыграю три этих скина и куплю вам их, как только они появятся в магазине. Вот, если вы хотите вот точно так же получить их, прямо сейчас переходите в инстаграм мой, там есть пост, и под ним оставляйте комментарий. Подписочку на инсту и комментарий под последним постом. И буквально, я не знаю, на этих выходных, короче, очень скоро сделаем розыгрыш. Он будет прям быстрый. Возможно, в субботу я сделаю розыгрыш быстренький на эти скины. Вот, второй момент, то есть три скина разыгрываем в инсте и три скина разыгрываем с помощью канала Анинова. У Ани новый канал, где она будет пилить реакции, истории, в общем, и с БСом будет связано, и не только с БСом. Короче, залетайте туда на последний ролик под историю про нашу новую пчелку Беа, вот, или Биа, как она правильно называется, и оставляйте там комментарий. Подписывайтесь прямо сейчас на Аурум ТВ, если этого не сделали, прожимайте колокольчик, ставите лайк этому видео, на Анин канал переходите, подписывайтесь, оставляйте там коммент. В принципе, это все. Ну и, конечно же, можете еще также ввести промокод Аурум, и вы чем меня очень сильно поддержите. Я, правда, не знаю, сколько мне за это что-то когда-то будет по-прежнему, но это будет офигенно. И мы и там разыгрываем. То есть, поняли, у нас две возможности получить эти скины. Ребят, и еще одна тема, очень важная. В эту субботу или воскресенье я нарисую вот такой вот рисунок, отправлю разработчикам и... расскажу вам об этом и попрошу меня поддержать. Попрошу, чтобы вы перешли там, где разработчики опубликуют опрос, и проголосовали именно за мой рисунок. Поэтому будьте, пожалуйста, готовы. И если мы победим, да, если вы достаточно много голосов отдадите, если мы, наша русскоязычная комьюнити, ну это будет прям схватка, да, потому что русскоязычная комьюнити будет против остальных комьюнити, испаноговорящих, англоязычным. Я все расскажу отдельно в видосе, но нам нужно шквал, нам нужно порвать, нам нужно показать, что русскоязычная прям моща. Но я не сомневаюсь, что вы поможете. Я еще ютуберов других попрошу, короче, мне помочь, чтобы просто голосовали за мои корлючки. И все. И если мы побеждаем, разработчики дают мне возможность официально провести конкурс. То есть они всем нам дают, короче, эти скины. Ну, то есть три скина они дают. Но, короче, я смогу их еще раз разыграть, понимаете? Поэтому поддержите меня. Ну что, ребят, давайте. Мне не терпится. Вы поняли с конкурса? Я надеюсь. Фух, это волнительно. Я в реальной игре играю этими скинами. Где он? Карл, Карл, Карл. Вот он, Карл. Хочу сразу им. Ну вот это тоже классный, да? Но теперь у нас есть и уникальный праздничный скин, который, если мы сейчас его не получим, то на протяжении года мы не сможем его получить. Так что очень ценная херня. Ну что, давай в новом режиме, Карл. Катнем, блин. Катнем. Сейчас каждым скином поиграем, покатаем, посмотрим на его анимацию. Смотрите, он как будто плывет, то есть под ним как будто спавнится вода.
корабль на корабле. Это очень забавно, потому что, ну, действительно, корабль типа на корабле. Давай, бро. Отлично, отлично. Погнали, погнали, погнали. Спокойненько. Спокойно. Смотри, как я плаваю. Блин, шикарный скин. Шикарнейший просто. Так. Пыдыщ. Ой, надо сваливать. Надо сваливать. Блин, похуй меня. Яблочко! Мне кажется, или в... если корабль наклонен, то можно в ту сторону быстрее двигаться, да? Нет, мне не кажется, это прям реально правда. Это, блин, мы проигрываем! С моим-то новым скином проигрывать нельзя вообще никак! Не... Да что ж ты будешь делать, я на шеле вышел. Офигеть, блин. Не, на шапочку прикольная, да? Буду так по улице ходить. Прикиньте, аурум пират. Так и разработчики не ответили, нафига это обновление пиратское? Ну, то есть, типа, что на них нашло, они не сказали. Но прикольно. Why not, правильно? То есть, если бы было просто... Я думаю, они как подумали? Все сейчас в играх мутят одно и то же, да? То есть, тупо новогодние скины везде во всех играх. Они такие, а мы не будем как все, мы сделаем пиратское. Вот. Ну, мне кажется так. Своим версии напишите в комментариях. Вроде Джек Воробей не презентуют сейчас, но... В общем, вот такая тема. Слушайте, ну мы, походу, проиграли. Блин, минуту тянут время. Заразы. Ой, хорош. Надо троих одновременно убивать, тогда есть шанс забрать. Так нету, конечно. Блин, яблочко, он крутится, он меня узнал, братан, яблочко, если ты меня смотришь, давай, ну подыгрывай-то. Подыгрывай давай уже. Ой, хорошо. Так. Так. Нет. Блин, они еще это заберут. Ну, я их всех порезал, отлично. Не дайте ему! Нет! Яблочко! Блин. Эх, братик. Прикинь, наши везде затаскивают. Наши русскоязычные везде. Не, смотри, смотри, не дали. Ой, меня еще и подбагивает. Так, ну тут вообще не варик что-то сделать. Давай еще разок. Ой, смотри, как я всех развалил. Нет, 6 секунд, яблочко, нет. Блин, зараза. За одну секунду... Нет, все-таки не успел. Хорошо, давайте следующий скин. Хочу кольта. Хотите кольта увидеть? Я уверен, я хочу. Сегодня стрима, к сожалению, не будет. Этот видос, грубо говоря, вместо стрима. Но завтра буду играть новыми скинами. Only новыми скинами выбрать, которых... Два из которых еще нет в игре. Два из которых их нет еще в игре, ребятки. Поэтому это важно. Это важно. Погнали. Блэд убийца. Офигеть. Ой. Так, я на мизере хп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, юшки-яй-яй. Все, нормально. На мизере хп и развалил. Отлично. Шик. Так, спокойно, пацаны. Тихо. Нам нужно вальнуть их всех троих одним махом. Тогда будет ок. Не туда. Серьезно, ты так быстро начинаешь бегать, блин. Так. Ой, теперь они нас поджали, ребята. Черт. Нам, мои ребята обязаны просто брать подарок. Просто обязан. Взяли? Да, мы взяли подарок. Несем, отлично. Просто тупо обменялись подарками. Блин, ульту потратил. Еще разок. Еще. Хорош, теперь бери и убегай. Сможешь? Ты сможешь? Фрэнк, да, несет. Пока несет. Я тут, если что, страхую. Отлично, хорош. Шик, 2-1, затащили. Кольт, и я еще звездный игрок. Хотя, ну, я ничего такого сверх не делал. Блин, вот эта анимация там, где он спускается, это просто шик. Это просто огонь. Как-то так. О, вот так, это криво, да, вроде было. Так, и последний скинчик. Ну, вы его уже сегодня видели, потому что я уверен, каждый ютубер запилил на эту тему ролик. Но все же, давай.
Давай я тоже. Я, чем я хуже, чем любой ютубер, да? Так. Так. Интересно, а чуваки, которые со мной играли, они не в шоке были от того, что... Ой, спокойно. Блин. Убил меня. Окей. Окей. Лаваш! И здесь, смотрите, наши лаваши, короче, как фигачат. Спокойно. Еще чуть-чуть. Есть. Шикарно. Шикарно. Появляйся, Аурум, появляйся. Ну, годные. Все скины годные. Вот что-то есть такое, да, в скинах? Что-то такое загадочное, что очень хочется их получить. Особенно, когда ни у кого их нету. Или у тебя, когда их нету, очень хочется их получить. Ай-яй-яй-яй. Как грустненько. Лаваш! Лаваш будет всем рассказывать. А я Аурума убил. А чего добился ты? Эх. Лавашек, братюня. Братик, привет. Привет, пора тебе на покой, блин. Понятно, все. Все ясно. Ой. Кстати, не попал. Нет, по-моему, мы сливаем эту катку. Ты посмотри, что творит. И еще так хитро вниз идет с большей скоростью, да, наискосок. Так. Нет, я не успеваю. Блин, 2-0 сухарем проиграли. Чувак, но ты не проигрывай. Хочешь новые скины? Знаешь, что нужно делать по ссылкам в описании. Мой инстаграм и Анин канал. Комментарий и подписочка. Ну и, конечно же, сейчас подписка и лайк этому видео обязательно. Ну и, бро, не забывай про секретный промик, который, ну, блин, тебе, наверное, все равно, что там, а мне нет. Поэтому введи, пожалуйста, там вот так, впиши там Аурум. Вот, и все, и будет круто. Как только появится вот по вот этой теме, я просто несколько разъяснений хочу получить у разработчиков, и тогда я смогу нарисовать, и тогда вы сможете проголосовать в воскресенье. В воскресенье будет реально батл международный. Я надеюсь, мы его затащим. Точнее, нет, я не надеюсь, я уверен, что мы его затащим, если вы меня поддержите. У нас мощнее ру-комьюнити, и это будет, кстати... Очень наглядный пример того, что русскоязычная комьюнити самая мощная в мире. Докажем это в эту субботу или в это воскресенье. Чекайте обязательно мой канал, будет ссылка. Переходите, голосуйте, и мы все худыч. Капитан Джек Воробей. Пока, ребят.